Главное спортивное событие этих дней – юбилейный 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Сегодня он стартовал в Чебоксарах. Квалификационные старты чемпионата на стадионе «Олимпийский» начались сегодня с утра. Сильнейшие атлеты страны разыгрывают 40 комплектов наград. В первый день соревновались в метании диска и молота у женщин, в беге на 100 и 5 тысяч метров, в барьерном спринтерском беге, в женских прыжках в высоту. В 15:30 перерыв на торжественную церемонию открытия. Хочу пожелать всем успешных стартов, заслуженных побед. Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне. Гости республики и жители Чувашской республики получат истинное удовольствие от соревнований. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Брзаковский поблагодарил зрителей за поддержку участников. Приветствую вас на уже родной для нас Чувашской земле. Не так давно еще сам топтал вот этими ногами эту дорожку. Теперь это делает более молодое поколение. Поздравляю вас с открытием 100-го чемпионата. Удачных вам зрелищ, зрелищных сегодняшних стартов на все 4 дня. После приветственных слов финальные старты. Чемпионат продлится до 27 июля. В прошлый раз первенство страны Чебоксары принимали в 2016 году. Тот турнир запомнился выступлением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках в шестом Елены Симбаевой, для которой старт в столице Чувашии оказался заключительным в карьере. О том, чем запомнится этот чемпионат, в репортажах национального телевидения. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Павел Рядков, Республика.